О новых рисках паводков предупредили в Казгидромете. По данным синоптиков, большая вода придет в Казахстан из России в течение 3-5 дней. Главную угрозу сейчас представляет река Жайык, которая затопила Оренбург. По словам специалистов, вода в соседней стране перетекает вниз по течению и поэтому движется в сторону западного Казахстана. Увеличение уровня воды в водоеме будет нести угрозу для местного населения, предупредили синоптики. К примеру, вода, которая у нас была на реке Исиль в Акмолинской области на территории, она сейчас как раз-таки проходит на территорию Северо-Казахстанской области. То же самое с водой, которая у нас была в Кустанайской области. Вся эта вода движется вниз по течению, и сейчас у нас в риске потопления находится северная часть Кустанайской области. То же самое с рекой Жайык, то есть она в российской части уже сейчас топит, поэтому мы, соответственно, ожидаем ее в Казахстане, эту воду сейчас. Кроме того, в Казгидромет сообщили, в ряде регионов снегом все еще покрыты горы, и резкое потепление и сильные осадки могут спровоцировать таяние снега и возникновение дождевых паводков в стране. Кроме того, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки больше нормы. В северных, центральных и восточных регионах пройдут дожди с переходом в снег. Также по всей стране ожидается усиление ветра.